Вот такое вот, такое интересное явление. Деревни. 500 рублей вот привитос мелкий. На каких-то из ступенек сбились. Ну, в смысле, в счете. Интересное место нашли. Я так думаю, символизирует Голгофу. Здорово. Вот так вот выглядит эта Голгофа со стороны. Фотографирую ее с крепости. Хочу обратить внимание на плитки. Ни жвачек особо, ни каких-то бумажек. Ну смотрите, вот. Все чисто, красиво. И это благодаря вот этому парню. Зачет тебе. Сегодня 11 число. 10. 10 число. Около 10 часов времени. 9. Да что ж такое? Ты ни туда, ни сюда не попал. Утро прохладное, около 9 градусов, да? Правильно? Ну хоть с этим согласен. Решили сделать небольшой рейтинг мест, рекомендуемых к посещению. Посетить и проверить, а также возможно что-то добавить к основному списку. Первое, что нас впечатлило и пригодилось, это бесплатный работающий Wi-Fi в центре города. Кстати, модники и модницы, здесь находится бутик Zara в 4 этажа. Ребят, реально, 4 этажа Zara? Да ладно! Wi-Fi здесь, что удивительно, с хорошей скоростью. Вот люди, которые здесь живут, не нарадуются. Он, кстати, нам очень пригодился. Мы смогли связаться с хозяином забронированных нами через Booking.com апартаментов. Кстати, вот фото нашей кухни и вида из окна. Второе, что нам понравилось, это огромный рынок, как оказалось, в 3 павильона. Ведь по-настоящему познакомиться со страной, городом можно только, когда ты попробуешь кухню этого места или то, что производят и едят местные жители. Во! Ничего себе! Ну да, дорада, а здесь арада. Да. А, так вот. Просто. Шикарно. Какая? А, голубь? Да. Ага. Достаточно дорогая такая, 60 рублей. Ну да.
Ой, как красота. Вот это-то с лапками-то, которая, да? Ага. А? Слушай, так бы ходил и ходил. Прямо как в музее. Вот, пожалуйста. Живой. И усами шевелит. Интересный рынок, прямо как музей морских обитателей. Ну, не знаю, как вам, но мне очень понравилось. Вот таком здании. Да. Прям как будто на дне морском побывал. А, точно. Точно. Причем много мяса. После рыбного рынка здесь просто невозможно ходить, потому что слюни текут. Господа садоводы. Анютины, Василькины. Всяческие главки. Да, там были коровьи, преимущественно куриные, а тут вот такая красота. Да. Уж так красиво. А, вот эти вот цветы, которые у меня не растут. Цикламена? Цикламена, да. Сколько я их выращивал, у меня оно погибает. Слушай, а виноград сколько здесь стоит? 200 рублей. Ну, виноград красивый. Как-то по-другому воспринимается. Я почему представляю не кисели, а капусту. Ну все, друзья, а мы пойдем искать башню. Это вы увидите в следующем видео.
Башня, говорят, интересная. Пошли. Башня интересная. Сколько ступенек там? 560 ступенек. 560 ступенек. Вы пройдете с нами в следующем видео. Или не пройдете. Ну и все, друзья. Если мы не дойдем. Да, если мы не дойдем. Третье, что прочитал об этом городе, хотя скорее оно обычно указывается как одно из самых значимых архитектурных комплексов, это замок Терсат. Он находится на одном из холмов. В принципе, его хорошо видно со стороны реки. Кстати, знаете, почему так назван город? Молодцы. Правильно. Эта река дала название городу. Риека. Что на хорватском языке означает просто «река». Сама же река называется Риечина. Вот вроде пришли. А в Лизак, а вон есть QR-код, можно посмотреть. Вот. И вот она, четвертая достопримечательность по нашему рейтингу. Это лестница. Чтобы подняться к его воротам, с подножия холма, нужно преодолеть 538 ступенек крутой лестницы. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, да? 21, 22, 23, 24. Туда надо идти. Нос тоже интересно. Андрюх, наверное, советовал туда. Сколько? Сотни. Очень интересно. А, смотри, как пробило. Это тут. Выше и выше и выше. На каких-то из ступенек сбились, ну в смысле в счете, и дошли вот до такого вот пятиного заведения. Вода свежая такая, сладкая. Река, где вода, вода, река, вода, речка, вода. Такая вот монахиня, я так думаю, это монахиня из нефрита какого-то или мрамора. Вот смотрите, как оттесывали. Ох, какой кадр. Шикарно. Летом, кстати, наверное, тяжелее здесь подниматься, потому что, скорее всего, здесь жарко.
сейчас вот самое такое время халявное. Большой лайфхак, чтобы вам не было страшно сюда подниматься, здесь есть туалет, причем бесплатный, да? Фри. Помимо прекрасного замка, выполненного в стиле в поздней готике, на холме также расположены храм Божией Матери Терсацк и французский монастырь, самые значимые религиозные достопримечательности Рейки. И вот она, пятая достопримечательность города в нашем рейтинге. Хотя, как говорится в Новом Завете, последние будут первыми. Я назвал это место Голгофа. Еще слышал название Крестовая дорога. Интересное место. Нашли. Я так думаю, символизирует Голгофу. Лобное такое место, вот, где казнили Иисуса Христа. И через каждые примерно метров 30 стоит вот такие вот уровни, так скажем. Да. Он же боли нашей на себя взял. Он же боли на себя взял наш. Ну, в принципе, вы и так поняли. Кстати, кто-то здесь еще был и ушел. Вот. Презрен блаже обачен от людей. Чувствуете, как ветер начинает усиливаться? Радуется. Отче, прости им, не знают, что творят. Вот, друзья, мы подошли к Голгофе. Отче, в руке твоей передаем дух свой. Руки твои передаем дух свой. Именно тогда подошли
Голгофе, и в это время зазвонила колокольня. Здорово. Так. Подписывайтесь на наш канал, делитесь нашим видео со своими друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам доброго.